Мощный пожар в Лангепасе унес жизнь человека. Загорелся дачный дом в кооперативе «Дорожник». Спасатели по прибытии зафиксировали пламя на площади 100 квадратных метров. Ветром его раздувало по соседним постройкам и участкам. В итоге территория, охваченная огнем, выросла практически втрое. Ликвидировали открытое горение больше часа. Потребовались усилия 5 спецмашин МЧС и 14 огнеборцев. В результате пожара уничтожены гараж, баня, хозяйственная постройка, 2 легковых автомобиля, повреждена еще одна баня и дачный дом. Во время разбора завалов обнаружили тело погибшего человека. Его личность устанавливается. В причинах трагедии разбираются дознаватели.